Здравствуйте, меня зовут Викторова Татьяна. Я художник-акварелист. И в этом месяце мне посчастливилось стать обозревателем октябрьской акварельной коробочки от Doodle & Sketch. Вот такая посылка мне пришла. Я не знаю, что находится там внутри. Единственное, что мне известно, это то, что содержимое коробочки обойдется обладателем дешевле, чем в розничном магазине. Такой приятный бонус. Давайте распаковывать. Сделаем это вместе. Ну что же, давайте откроем коробочку. Я сделаю это при вас. На самом деле это очень волнительно, потому что я действительно не знаю, что внутри. Понятно, что это будут материалы для акварели, но они могут быть очень разными. И это такая проверка на прочность, выход из зоны комфорта, потому что мне нужно будет придумать картину с этим набором материалов. Ух! Вот такая коробочка, все очень красиво запаковано, такие милые бантики. Открываю. Так. Оп. Лист с информацией о проекте. Так здорово. Так, ну начнем. Я вижу шоколадки. Дудл всегда заботится о своих студентах. В своем стиле, хотят, чтобы все студенты были сыты, не испачкались, вижу салфетки, ну и самое главное, материалы для акварели. Первое, что я вижу, это кисточки, три кисти, сейчас посмотрим, какие, Рублев колонок номер 3. Еще колонок микс, однерка, тоже Рублев, и Белка микс Рублев, 8-й номер. Здорово, у нас есть 3 кисти разных размеров, это позволит нам написать полноценную картину. Наклейки, которые можно вклеить в блокнот или свой ежедневник. Это очень приятно, спасибо. Тут у нас находятся краски. Вау. Так, белые ночи, серопейна, желтая, рубиновая, Рембрандт. Рембрандт я буду пробовать впервые. Здорово, цвет цирулем. И небольшие версии Рембрандт, Умбра и Веридиан. Здорово, у нас есть 3 основных цвета, это желтый, синий, да? Красный, а это значит, что мы сможем написать с вами работу, чему я очень рада, потому что я боялась, что в коробочке не будет какого-то из основных цветов, но ура, у нас есть 3 основных цвета, но я должна вас предупредить, что содержимое разных коробочек может чуть-чуть отличаться, некоторые цвета. Так, уберем. Здорово. Так, а это, я предполагаю, что бумага. Интересно, какая. Thank you.
не написано. А написано на упаковке Arsh Fin, 100% хлопок. Здорово. Это очень хорошая бумага. 300 грамм плотность. 5 листочков. Здорово. Так, а здесь еще Arsh. Но уже сатин. Гладкая бумага, фактура. Тоже 5 листочков. Здорово. Вы сможете выбрать, на какой бумаге вам будет удобнее рисовать. Я, скорее всего, предпочту среднее зерно. Такой оптимальный вариант. Ну вот, разложила все это богатство. И мне остается только придумать, какую картину мы с вами нарисуем с таким набором материалов. План работы будет таким. Сначала мы сделаем эскиз, разберем работу по тону. Далее выполним линейный рисунок, построение карандашом. Затем сделаем выкраску наших красок, которые есть в коробочке. Попробуем смешать разные оттенки и подобрать цвета для картины. И затем будем вносить цвет в работу. Начнем? Начнем.